Однажды в самый Новый год, когда последний час пробил, наш олененок, наш герой, удачу испытать решил. 2-0 сменить на 2-1, на новый уровень шагнуть. Морозко зимний господин его отправил в добрый путь. Взяв лыжи, варежки, коньки, шлем, каску для хоккея, а также санки прихватив, носочки потеплее, поехал он с вершины гор, что Дятловы зовутся, стихиям всем наперекор для сторис улыбнуться. Но ветер злой нагнал пургу, подкинул до небес, и позже оказалось вдруг, что наш герой исчез. Снег, словно сказочный джин, в обратном пустились течении. 1221, Нижнего Новгорода рождение. Нам в этом году отмечать 800, огромную круглую дату. Снежинки и звезды, огней хоровод, этому празднику рады. И чтобы вернуться обратно сюда, на праздник зимы новогодний, наш талисман точно не без труда пройдет испытание сегодня. И вот сквозь толщу прошлых лет несется олененок. Он впереди увидел след пустынного дракона. Ведь этот огненный дракон не раз наш город рушил, и вновь он приступил закон. Палит огнем и кружит. Злодея нужно победить, чтоб раз и навсегда, чтобы не смел глаза косить на наши города. Олень отважно поспешил прижать драконий хвост. Включил повышенный режим, прикончил вражью злость. Победно солнышко взошло, наш город озарив, и даже не хватает слов сказать, как он красив. Но красоту такую нам придется защищать. Блестит в лучах прекрасный храм. И вот смотри опять. С обратной стороны луны железный крокодил разинул пасть, мечты и сны, как солнце в сказке, проглотил. Печально стало и темно, лишь блеск стальных зубов вращает ночь веретено узоры шипов. Но заледенели рычаги, болты, шестеренки. Тут не хватало лишь пурги смотать его в пеленки. Пурга нахмурилась слегка, засыпала, сковала. Из зверя сделала зверька. Опасности не стало. Чтобы к нам вернулись украденные сны, мечты, чтобы проснулись, не нужно ждать весны. Опять вступает в дело герой лесистых гор. Он весело и смело напастям даст отпор. Пройдя все множество преград на сказочном пути, наш олененок очень рад, что праздник удалось спасти. Он прыгал вверх, спускался вниз. Каждый из нас участник. Теперь мы вместе собрались на площади, на праздник. Сейчас у древних стен Кремля, у Дмитровских ворот, всех в путешествие зовет наш юбилейный Новый год. С Новым годом!